Ха, привет, мой любимый, мой хороший, мой сногсшибательный зритель. Короче, я такого ни разу не видел в Ютубе. Пожарить, представляете, доширак. Сейчас я, короче, возьму, доширак пожарю. Сейчас я открою его. Та-та-та-та-ра, та-ра-та, та-та. Та-та-та-ра, доширак. Так, доширачки я так соберу. Опа, на сковородочку. Доширак жарю. Это на сногсшибательно будет. Не верите, что я жарю доширак? Ха-ха. Вон, видите? Доширак. Сейчас я, короче, туда приправки еще кину. Сейчас я еще... О, нифига себе, эту приправ. Будет сногсшибательно доширак. Жареный. Офигеть. Так. Что-то я хотел туда, короче, это. Приправки долбануть. Он будет соленый, наверное. Ну, это же доширак. Жарю, жарю доширак. Приправки такой еще. Вторую приправку беру. И что еще тут есть? Вот тут еще есть соус куриный. Возьмем соус куриный. Аккуратненько. Отрежем. Вы же сами знаете, как аккуратненько отрезать. И вот. Можете даже посмотреть процесс. Как это выдавливаю. А, жареный доширак. Это что-то с чем-то. Очумеча. Туда прошел. Он убил, как я жарю доширак. Так. Во. Можно туда... Как его сказать? Можно маслице. Туда. Маслице. Растительное. Маслице. Долбануть. Это классно. Но. Вот. Доширак, короче, жарится. Сейчас мы его крышкой прикроем, чтобы он, короче, это пропотел. Доширак в собственном соку. Надеюсь, он, короче, там не пригорит, ничего. И потом мы посмотрим, что с этого получилось. Ну вот и все, пожарился доширак. Сейчас я его буду хавать. Всем спасибо, приятного просмотра. Пока.